Город Азов празднует Международный день защиты детей. В городском парке проходит благотворительный концерт, средства которого пойдут на помощь девочке Веронике, которая нуждается в защите от тяжелого заболевания. Со сцен звучат веселые песни. Дети поют о кошках, о собаках, о лете, о каникулах, о маме, о папе и путешествиях. В парке звучат современные ритмы, а ведь парку более 100 лет. Раньше здесь прогуливались благочестивые азовцы. Дети катались на каруселях, лакомились пряниками и петушками на палочке. Зачем жандарм на детском празднике? Ну как зачем? Порядок нужен был и 100 лет назад, и сейчас в Азове. Поэтому, дети, соблюдайте правила поведения в общественных местах. Сегодня здесь, возле фонтана, расположилась ярмарка разных сладостей, сделанных своими руками. Такого в магазине не купишь. Я решила участвовать в фестивале сладостей, потому что он все-таки приурочен к Международному дню защиты детей. Но все детки любят сладости. Ну и таким образом я хотела родителей прежде всего познакомить со своим творчеством. Вкусные пирожки с юдьмой можно купить здесь, в палатке сестер Милосердия храма Святого Луки воина Синецкого. Собранные средства сестры направят на приобретение памперсов, средств гигиены и игрушек малышам, которые находятся вместе со своими мамами в женской колонии. Женщины, которые отбывают свои наказания, изготовили эти игрушки и изготовили эти иконы, и их тоже можно приобрести. Купить доброту нельзя, но можно подать уроки милосердия своим детям. Мы учимся благотворительности. Здесь можно узнать историю праздника «Белый цветок», принять участие в мастер-классах, разукрасить гипсовые фигурки, выпить узвар. Жарко, на улице 32 градуса. А рядом можно сфотографироваться в историческом фотоателье. Можно примерить костюм начала 20 века и разместиться в интерьере того времени и сделать фотографию. Что делал рыбак на этом празднике? Я принимаю участие в уличном театрализованном представлении. Я ел пирожки, раскрашивал фигурки, сфотографировался с народом, а также говорил, что я возвращался с Азовки. И говорил, что на нашей реке самый настоящий клев. Красноперка, сазан, карабас. Праздник продолжается, и мы с Тимофеем решили раздать белые цветы и белые шары. Мы решили помочь сестрам милосердия. Давайте творить добро вместе.